Так. Доброго времени суток. Вот меня Светлана из Запорожья снимает. Слава Украине! Привет! Да. Как я буду тут по просьбам трудящихся и по совету друга кормить уток. Вот. Они меня, видите, уже ждут. Боженьки, лапусики такие. Ты ж всем давай. Да я всем. Да, давай. Сейчас, сейчас еще послетаются со всех городов. Ой, ты посмотри, когда хвосты распускают. Ой. Они такие голодные. Еще надо было хлеба. Ребят, советую всем найти в своих городах уток и накормить их, накормить хлебом их. И сварить борщ потом. Да, сварить борщ. А это ты специально откармливаешь, я знаю. Все, всем хорошего настроения. Пацан, во. Да.